принесли завтрак. Хочу просто посмеялись. Хочу показать, как выглядит завтрак на Сиборне. Мы находимся в ресторане. Как ресторан называется? Колонейд. Ресторан называется Колонейд. Мы находимся на завтраке. Я буфет показывал. Там красивенько очень все. Да и вкусно, конечно. А вот так выглядит наш завтрак. Экс-бенедикт с черной икрой наверху. И салмоном. Вот, пожалуйста. Завтрак. Ну, что можно сказать? Желаю всем приятного аппетита. Первый день, первая остановка. Мы находимся, за нами остров Гренадин. К сожалению, на остров только экскурсия, на пляж идти нельзя, поэтому сегодня мы будем весь день на корабле. Но, тем не менее, очень красиво, погода шикарная, вот за мной остров, видно даже там пляж, кусочек, на который мы попасть не можем. Поэтому будем на корабле. Вот покажу вам вокруг. Сейчас лучше сделаю. Выбрались на наше боевое место для загара. Сейчас выйду, лучше видно. Вот мы на корабле в самом центре. За мной бассейн. За бассейном корабль. За кораблем остров Гренадин, на который мы не можем попасть. Из-за ковида. Но когда-то ограничения снимут, и мы туда попадем. Возможно. А пока идем загорать. Погода шикарная, светит солнце. Так что всем хорошего дня. До встречи. Еще раз добрый день. У нас экстренное включение. Мы по-прежнему день первый. Мы находимся по-прежнему возле острова Гренадин. И я хочу показать, что, ну, такой сюрпризик, сюрприз, что хочет, наверное, скорее всего, любая женщина или девушка в мире, скорее всего, я так думаю, вот, и да, еще я хочу сказать, если у вас есть любые вопросы, если вы хотите заказать travel, если вы хотите, чтобы мы ответили на эти вопросы, а у нас ответы практически на любые вопросы. Обращайтесь, я говорил, Маньякус Травел, телефон 844-876-0408. Маньякус Травел. А сейчас сюрприз. Я хочу показать, что хочет любая женщина в мире. Внимание. Как там? Внимание, черный ящик. Но у нас не черный ящик, но что-то будет черное. Итак, мы по-прежнему находимся возле острова Гренадин. И я показываю наш сюрприз. А сюрприз — это наш ланч. Ну и, конечно, этот ланч может стать каждым вашим ланчем, любым из вас, кто обратится к нам, и мы поможем в этом. Вот такое включение. До встречи. Скоро у нас будет, кстати, экскурсия по кораблю. И стойте со мной, я вам много покажу еще интересного. Мы сейчас идем на экскурсию, нам сейчас покажут самые красивые три комнаты на корабле. Для этого мы попросили, чтобы нам
специально время нужно, потому что там, скорее всего, кто-то живет, чтобы приготовили и могли нам показать. Окей. Вот мы идем по кораблю сейчас. И я буду снимать эти комнаты и покажу им вам их. Чтобы я не заблудился еще. Корабль небольшой. Okay. Заблудиться можно. Так, это у нас какой дек? Седьмой. Дек 7. Седьмая палуба. И вот мы идем смотреть самые дорогие каюты на корабле. Самый длинный, наверное, коридор на корабле. Я прямо уже устал, затых. Фух. Это мы в лифте приехали на палубу номер 9 и идем. Окей. For yourself. So this is the penthouse. This is the penthouse, yeah, the regular penthouse, yeah. Okay. Это у нас penthouse. Penthouse. Заходим. Номер я показал, 916. Так, ну и смотрим. Итак, чем оно отличается от нашей? От нашей. Там, где мы. Так, что у нас тут? Клазит. Там у нас клазет. Ну, в принципе, это как у нас. Клазет большой. Тут у нас туалет. За ним скорее не буду показывать. А дальше душ. Ну, ребят, джакузи. Ух ты! Джакузи. Здесь есть джакузи. Я, кстати, даже не посмотрел, ли у нас есть джакузи. Интересно теперь уже. Сейф. Сама комната. Это спальня. Спальня. Так, спальня. Показываю спальню. Вот, спальня. King bed? Это king bed или queen? Окей, queen. Королевская кровать. Не короля кровать, королевская. Тут такая перегородочка. И эта комната. Ну, я не могу не выйти на балкон, конечно. Должен выйти на балкон. Ой, балкон. Вот это балкон. Так, ну балкон не маленький. Правда, меньше, чем наш. Опа. Вот такой балкон. Но это мы все еще стоим на гренадинс. Это гренадинс. А это погода. Ой, кто сомневается, что сейчас плохая погода. Но в Нью-Йорке сейчас не очень. Так, идем дальше. Выходим из пентхаус 916 и идем дальше. Кому интересно, мы сейчас находимся в дек 9. Что находится на дек 9? Вот. Это дек 9. И лифт приехал. И мы едем вниз. Мы едем на какой? 6. Мы едем на 6. Так, следующий у нас номер 600. И мы идем в номер 600. Заходим. Это owner suite. Owner suite как перевести? Owner suite. Окей, так и оставим. Ого. Так. Окей. Owner suite. Ну, давайте начнем с выйдем на балкон. Блин, это маска. Ой, так. Вот. Это на балконе мы. Owner suite. Не маленький балкон. Не маленький. Вид с балкона. Открытый, красивый, ничего не закрывает. Так, возвращаемся.
возвращаемся. А, тут, о, это прямо, ага, это нос корабля, вот. Мы прямо находимся на носу корабля, сейчас покажу, сейчас. Вот, а, через окно. Вот, это нос корабля, там джакузи. Вот, это 6-я палуба. А, вот, видите, нос корабля. Это мы на носу. А, ну и вот еще раз. Owner Suite. А, и я хочу показать спальню. Вот, заходим в спальню. Это спальня. Большая. Так скажем. Вот. И опять же квин-кровать. Здесь клазет. Темновато, правда. Сейчас включим свет. Здесь у нас две душевых. Джакузи. Мне теперь будет мерещиться везде джакузи. Теперь я хочу вернуться уже к нам и посмотреть, есть у нас джакузи или нет. Еще раз спальня. Еще раз фронт корабля. О, вперед. Тоже там джакузи, кстати, небольшой находится. И Owner Suite. Большой. Тут даже, о, собственный бар есть. Ну и мы идем еще посмотреть одну каюту. Стойте со мной. Сейчас доберемся до нее тоже. И вот она, жемчужина корабля. Каюта 743. Называется Зимний сад. Winter Garden. Итак, сделайте глубокий вдох. Living room. Да. Бар. А. Я думаю, что это тоже принадлежит. А как это открыть? Как это открыть? А, извиняюсь. Надо иметь еще опыт. Итак, еще раз. Living room. Выходим на балкон. Ой. Мы на балконе. Так, это балкон. Это балкон. И балкон соединяется. Внимание. Мы заходим в джакузи. Балкон соединяется с джакузи, которое имеет стеклянное окно, огромное, во всю стену, из которого видно гренадин, на котором мы еще стоим день первый. Вот. Гренадин и джакузи. Winter Garden. Рум. Комната. Winter Garden. Идем обратно. Посмотрим. Ой, господи. Сейчас поломаю корабль. Так. Ну, это вид. Заходим обратно в living room. Итак, living room. А... Вопрос, где спальня? Это закрыто. Ага. Так, идем вот сюда. Тут такая дверь. Заходим. Это спальня. Тут точно King's Bed. Королевская кровать. Еще раз вид на джакузи.
на окно из джакузи. И напоминаю, это winter room. Winter garden room, sorry. Еще одно джакузи. Так, чтобы понять размер этого джакузи, туалет, душ. Ой, душ какой симпатичный. А чтобы понять размер этого джакузи, я должен забиться в угол. Всем понятно? Это размер джакузи. Winter room. Winter garden room. Sorry. Winter garden room. Зимний сад. Ай. Так. Ну все. Ой. Ну вот и вся экскурсия. Следующий, после этой, кстати, следующий левел комната, там, где мы находимся. Там, если кто-то смотрел мое видео, она впереди была. Я показывал обзор нашей комнаты. Ну, понятно. Это зимний сад. Зимний сад с пальмами снаружи. Всем привет. Увидимся скоро. Окей. Нам тут разрешили посмотреть еще одну каюту. Она называется авторская каюта. Авторская. Авторская. Запомните это слово. Авторская. Неожиданно, кстати, нам ее разрешили посмотреть. Ее, в принципе, не показывают как каюту для всех, но нам разрешили в плане исключения. Итак, бар. Living room. Спальня. Сейчас выйдем на террасу. Терраса, балкон, терраса. Подсказывают. Терраса. Вид террасы. Ага. Ага. Ой, какой веец. Прямо на нос корабля. Еще раз говорю, это не всем показывают. Нам сделали исключение. Это вид с террасы. Сильный ветер очень. Очень сильный ветер. Вид с террасы. Вся вот эта терраса принадлежит нам. На велосипеде кататься. Я говорю, здесь можно на велосипеде кататься по этой террасе. И это living room. Ну туалет я не буду пока. Или... Но они одинаковые все. Они да, они одинаковые все. Вот девушка нам помогает, кстати. Познакомьтесь. Харьков продакшн. Харьков продакшн. Очень приятно. Да. Ничего, хорошо, когда свои люди хорошо отдыхают. Всегда, это всегда приятно. Свои люди? Вот так. До встречи, свои люди. Только вернулись с ужина. Ужин был такой, formal night называется, но это нужно было быть в костюмах. Вот поэтому мы выглядим очень-очень прилично. Ну, мы и так очень прилично выглядим, но тут вообще. Вот. И сейчас ужин закончился. Пойдем что-нибудь поищем интересное на корабле. Если получится. Если не получится, пойдем спать. Поэтому
На всякий случай я попрощаюсь. Увидимся скоро. Снова всем здравствуйте. День 2. Мы пришвартовались на Сан-Луши в порту. Стоим за мной. Все видят эту красоту. Очень красиво. Мы стоим в порту. Сейчас ходили на завтрак. Я буфет показывал. Там ничего не изменилось. Все по-прежнему шикарно. Вот. А после завтрака мы сейчас вернулись в номер, переодеваемся, и мы хотим поехать на пляж. Здесь есть такая возможность. И до пляжа мы хотим заехать еще в одно интересное место. И там я буду снимать видео. И на пляже, наверное, покажу, как мы приехали. Так что оставайтесь со мной. Дайте воду покажу. Вот. Кто видит, какая здесь вода красивая. Оставайтесь со мной и до скорой встречи. Сошли с корабля, сильный ветер. Мы сейчас пытаемся пройти через все медицинские, я не знаю, как это, процедуры, температура. Тут COVID-тест проверяет, чтобы он сдох уже. И вот я хочу показать, мы находимся внизу корабля, как выглядит корабль снизу, с берега. Ну и это мы в порту стоим. Вот корабль за мной. Сейчас лучше будет видно. Сейчас. А вот наш каюта, кстати, видна отсюда. Вот там наш каюта. На девятой палубе. И за мной вот снизу порт. Мы сейчас идем к машине, едем сначала в одно место, а потом на пляж. А вы со мной. Стойте, все увидите. Не могу пропустить такую картинку. Перед тем, что мы доедем до пляжа, мы сделали короткую остановку. То, что я и говорил. Сейчас я вам покажу место, где мы находимся. Это самый край острова. Там вот вдалеке, с левой стороны, самый ближайший к Сен-Луши остров. Это Мартиники. И мы находимся на границе двух океанов здесь. С одной стороны океан один, с другой стороны океан другой. И это граница. Сейчас я дойду до края. Вот. И давайте я переключу, чтобы вы видели все сами. А я помолчу. Thank you.
там вдалеке 4 горы вместе. Это самая высокая точка Сан-Луши. Забыл, как называется гора. Наслаждайтесь, люди, видом. И обращайтесь к нам. Чтобы приехать сюда, мы заказали частный тур на определенное количество часов и попросили, чтобы нас отвезли сюда, чтобы показать вам всем вот эту картину. Сейчас сделаю более устойчивую камеру. И попробую вилить. Вон там мартиники видно вдалеке. Сейчас увеличу. Ну вот такая остановка у нас. Отсюда мы едем на пляж, который называется Птичий остров, Pigeon Island. Там мы пробудем определенное количество часов и будем возвращаться обратно к кораблю. Наслаждайтесь! Воздух, тяжело сказать, тяжело описать. Но нам пора. Это самая красивая точка Сан-Луши,
одна из самых, ну, не самых, но одна из самых красивых точек Сан-Луиса. Вдалеке четыре горы. Ну и нам пора. Пойдем обратно к машине. Да, там вдалеке дом, не знаю, чей это дом. Может, президента страны, я не знаю. На самой-самой горе. Кто знает, оставляйте в комментариях, я скажу, чей дом.